Пушкинская поляна – это то место, где не одно поколение одинцовцев отмечало последний звонок. Для выпускников этого года подготовили немало сюрпризов. Впервые одинцовские школьники празднуют свой последний звонок здесь, в волейбольно-спортивном комплексе. Впереди взрослая жизнь. И сегодня они прощаются с детством. Последний звонок 2016 прошел в необычном формате. В формате кинофестиваля. И это не случайно. Ведь текущий год объявлен годом российского кино. Все внимание было приковано к ним, выпускникам. Ребята могли почувствовать себя звездами экрана. Зал волейбольного комплекса оформили как для церемонии премии «Оскар». Не обошлось, конечно, и без красной дорожки. На ней уже бывшие школьники фотографировались с учителями и одноклассниками. Удачных замен! Да, удачи! Самое главное – удачи и верить в себя. И поступить туда, куда все хотят. Ну, в первую очередь, я бы хотел пожелать им удачи, успехов, чтобы все поступили кто куда хочет и добились всех тех высот, которые они себе задумали. Чтобы школу они вспоминали только с добром, чтобы школьные стены они вспоминали только со светлыми, добрыми чувствами. ЕГЭ, чтобы сдать и в армию не пойти. Я, наоборот, желаю в армию пойти, чтобы все пошли в армию, чтобы честь Россиюшки поднять, так сказать. Я сам в армию иду. В малом зале спортивного комплекса выпускники окунулись в атмосферу праздника. Там для них установили караоке. И каждый на несколько минут мог стать эстрадным исполнителем. Приглашенные гости поздравляли выпускников и вспоминали, как сами когда-то прощались со школой. Они желали ученикам никогда не сдаваться и всегда идти к своей цели. Будете во взрослую жизнь именно в этом году, году кинематографа, год, который посвящен кино, говорит о том, что в вашей жизни еще будет большое количество интересных приключений. Время будет наполнено яркими событиями, творческими планами и профессиональными победами. На праздник пригласили лучших барабанщиков Москвы. Они исполнили кавер-версии всеми любимых песен. Выпускники отжигали вместе с музыкантами из Moscow Hook прямо на сцене. Поздравить ребят приехали популярные артисты – Денис Майданов, рэпер Джиган. Он зачитал школьникам свои популярные хиты. Весь зал качал вместе с ним. Я прокачаю, даже то, что не качается. Надо подкачаться, надо подкачаться, всем. Надо подкачаться, надо подкачаться, всем. Для всех этих ребят завершилась школьная пора. Впереди самое сложное – выпускные экзамены и поступление в высшие учебные заведения. Вчерашние школьники стоят на пороге взрослой жизни. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».